Голосование за депутатов Краевой Думы, а также выборы в органы местного самоуправления должны быть честными и безопасными. Такую задачу губернатор Ставрополя Владимир Владимиров поставил в ходе совещания в правительстве региона. Он отметил, что это серьезная задача, которая требует большого объема работы. Согласно подсчетам, участие в голосовании смогут принять около 800 тысяч избирателей. Часть из них сможет сделать свой выбор досрочно, с 3 по 12 сентября. Новые данные по коронавирусу сообщил губернатор Владимир Владимиров. Еще 28 пациентов на Ставрополье победили вирус. Они выписаны из медучреждений. За весь период выздоровели 6839 человек. Он также отметил, что количество сделанных тестов на коронавирус приближается к 350 тысячам. С их помощью за минувшие сутки заболевания выявили еще у 132 пациентов. Чтобы сохранить свое здоровье, соблюдайте меры профилактики. На Тюльпановой улице в Ставрополе достроили и готовятся ввести в эксплуатацию двухэтажный детский сад. Здание рассчитано на 280 мест, 134 из которых ясельные. Здесь есть все необходимое – уютные спальни, музыкальные, спортивные и тренажерные залы, медкабинет, буфетные, пункт охраны. В кухнях и прачечных – современное оборудование. Отметим, что работы провели по нацпроекту «Демография». В хуторе Мищенском Кочубеевского района привели в порядок улицу Степную. Там уложили новый асфальт и сделали разметку. Эта дорога очень важна для местных жителей. Она соединяет хутор с другими населенными пунктами и региональной трассой Кочубеевская-Казьминская-Заветная. Отметим, что работы прошли по региональной программе развития транспортной системы. В селе Курсавка на улице Красной завершилось благоустройство аллеи. На ней теперь удобные пешеходные дорожки, скамейки и освещение по всему периметру. Есть спортивная воркаут-площадка и антивандальные тренажеры. Все это было сделано в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.